Ну, вкратце о программе, чем она будет отличаться от следующего, от прошлого года? Вы знаете, она совершенно, она главная, она та же самая в главном. Там будут конкурсные картины, которые отбирала для нас экспертная комиссия самых престижных, самых знаменитых, известных российских кинокритиков. То есть это действительно хорошие картины, лучшие картины последнего года. А чем будет отличаться? Во-первых, у нас юбилей Мажухина, 130 лет Мажухину. Поэтому мы ввели такой иностранный компонент. У нас будут зарубежные гости. Будет картина на закрытии, очень хорошая картина. Она называется «Альбатрос выставить в бурю». Как раз ее приезжает представлять автор сценария, режиссер, продюсер картины и человек, который в этом фильме снимался. Как и во всех других фильмах, он снимается о студии «Альбатрос», потому что это внук того самого Александра Каменки, который эту студию когда-то создал. И вместе с Каменкой стал звездой мирового масштаба Иван Мажухин.